Активисты Одинцовского отделения «Молодой гвардии Единой России» провели собрание на площадке городской общеобразовательной школы номер 1. Вместе с депутатом окружного совета Оксаной Романовской, исполнительным секретарем местного отделения «Единой России» Ларисой Андреевой и представителями молодежного парламента ребята рассказали заместителям директоров одинцовских школ по воспитательной работе о приоритетных направлениях работы молодогвардейцев на территории муниципалитета. Также на встрече обсудили варианты дальнейшего сотрудничества.